Работу муниципалитета Совет депутатов оценил положительно. Оценку Совета поддержал зал. А сегодня он вместил почти 350 человек. И вот какие мнения прозвучали уже после отчета. У вас сильная глава, сильный руководитель, который сможет для жителей сделать все, что они попросят. Нас губернатор Андрей Юрьевич Воробьев на своем обращении попробовал сориентировать в сторону чуткой власти, развернуться к населению, развернуться таким образом, чтобы мы начали слышать, действовать и делать то, что требует народ, жить в диалоге с народом. И вот опять же, глава – это именно тот человек, который справится с этой задачей. Мы сегодня с большим вниманием прослушали ваш отчет. И за каждой сухой строчкой официального документа мы видим судьбу наших земляков, каждого гражданина Клинской земли. И я считаю, что ни одна категория населения не остается без внимания города. Будь это или ребенок, или это инвалид, ветеран войны, подросток, молодежь. Спасибо большое городу. Вектор действий выбран верный. Потому что вот локально там может быть какие-то детализации, но вот общее направление, оно верное. И самое главное, что положительная динамика есть вот по всем направлениям. И промышленность, и средовая работа вот по благоустройству. Вот мне просто вот как жителю хочется сказать, что город Клин стал действительно приятным городом. Меня сегодня очень приятно поразил целый комплекс работ, который уже проделан и намечен еще в направлении музейно-туристическом. Потому что очень радует, что Клин будет развиваться именно как город федерального значения, а, возможно, и международного значения. Самое главное, что город наш продолжает развиваться, продолжают строиться и площадки, и дороги, и с каждым годом в нашем городе находиться все приятнее, интереснее, и не хочется даже никуда в другие места ехать отдыхать. Пешеходные зоны какие-то, вот, где можно ходить, смотреть, просто гулять, те же велосипедные дорожки, то, что вот у нас появляются, и прочее. Наш округ развивается, наш округ становится все краше, и это видно и жителям, это видно, в принципе, все то, что начинается, имеет свой результат. А это очень важно, что нет у нас застоев. То есть здесь можно сказать одно, что я люблю свой город, и я горд тем, что я здесь живу. Мне очень понравился отчет главы, и для себя я отметила, что Алена Дмитриевна как хорошая хозяйка заглянет в самый дальний уголок и везде наведет порядок.